сегодня в экономическом календаре. В 13.00 выйдет индекс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, который оценивает условия для бизнеса в стране. Значение показателей выше прогноза увеличит спрос на фунт стерлингов. В 23.30 Американский институт нефти опубликует еженедельные данные о запасах сырой нефти, которые используются для оценки уровня спроса и оказывают влияние на мировой рынок нефти. Обращаем внимание, 23 сентября в 16.00 по московскому времени состоится выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги. Содержание речи главы ЕЦБ может впрямую повлиять на положение европейской валюты и открыть возможность заработка. Аналитики JP Morgan и Национального банка Австралии предполагают в долгосрочной перспективе нисходящее движение пары евро-доллар. Следите за важными выступлениями, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок, и мы